Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Небесные послания на 25 августа. Волшебный свет. Волшебный свет сегодня проливается на каждого. И в вашей жизни может что-то поменяться, что-то измениться. Ведь вы прошли многое, испытали многое. У вас позади остался тяжелый путь. Но будьте верны себе, идите смело вперед, не оглядываясь назад. Ведь благодаря этому, благодаря вашим действиям, вашей надежде, вы сможете получить то, что мечтали и то, что просили. Сегодня ангелы дают вам волшебный свет, который наполняет вашу жизнь, открывают перед вами все пути. И даже если вы будете оглядываться назад, вы увидите, что только благодаря своему опыту, пройденному пути, вы стали намного сильнее, вы стали намного мудрее. И пройдя этот сложный путь, впереди вас ожидает награда. Совет. Прямо сейчас вам нужно сосредоточиться только на своих мечтах. Почувствуйте тот волшебный свет, который идет изнутри вас и который вам дают ангелы. Ваше внутреннее состояние, ваши надежды, ваши мечты и ваша твердая сила даст вам очень много возможностей все осознать, принять и получить свою мечту. И в течение всего дня повторяйте такие слова. Волшебный свет меня наполняет и мои мечты исполняет. Вот эти слова повторяйте 7 раз и посмотрите, как очень быстро исполнится ваша мечта.